Мне действительно очень приятно сегодня, находясь в этом зале, поздравить футбольный клуб «Торпедо Владимир», всех присутствующих в этом прекрасном зале, конечно же, болельщиков, руководителей области, заслуженным успехом вашего любимого футбольного клуба «Торпедо Владимир» в спортивном сезоне 2010 года, завоеванием золотых медалей соревнования первенства России «Зона Запад» 2-го дивизиона российского футбола. При этом я еще раз хочу подчеркнуть, что, на наш взгляд, это заслуженная победа одного из участников соревнований, участника, который не только создал команду, умеющую играть в футбол лучше, чем остальные участники. Это футбольный клуб, который придает своей работе внимание не только достижению спортивных результатов, и, к счастью, они пришли к футбольному клубу «Торпедо Владимир». Это один из наиболее динамично развивающихся футбольных клубов, региональных футбольных клубов 2-го дивизиона в прошлом сезоне. Футбольный клуб, который очень много делает для развития инфраструктуры футбола, подготовки качественного резерва не только для футбольного клуба, но и для российского футбола. Клуб, который уделяет большое внимание работе с болельщиками. И именно важно, что к этому клубу пришел успех. Успех, основанный не на большом бюджете футбольного клуба, а на умении создать коллектив, которому не чужды такие понятия, как клубный патриотизм, понимание жизни региона и болельщиков. Я искренне хочу поздравить всех, кто является учредителем футбольного клуба, кто работает в футбольном клубе в качестве различных специалистов, конечно же, футболистов и тренеров, ибо такие примеры очень важны для российского футбола и демонстрируют, что у него есть резервы и будущее российского футбола в развитии регионального футбола. Я искренне поздравляю футбольный клуб «Торпедо Владимир» с достойным завершением сезона 2010 года. Полагаю, как и мы, все руководители футбольного клуба отдают себе отчет, что в будущем спортивном сезоне футболистов, тренеров, все, кто причастен к деятельности футбольного клуба «Торпедо Владимир», ждут серьезные футбольные испытания, ибо предстоит принять участие на другом уровне соревнований, в национальной футбольной лиге, создаваемой в российском футболе, что это другой уровень конкурентов, это другие условия прохождения лицензирования, это новые требования к стадиону. Ну и с другой стороны, это, конечно, качественно иные футбольные матчи с сильными конкурентами национальной футбольной лиги. Я убежден, что как бы ни складывалось, а мы искренне желаем, чтобы она счастливо складывалась судьба футбольного клуба в национальной футбольной лиге, что с ним всегда будут рядом руководители области, болельщики, спонсоры. И мы будем, конечно же, далеко не равнодушно наблюдать, как будет выступать футбольный клуб в сезоне 2011-2012 годов. Я еще раз вас всех поздравляю и желаю вам всем здоровья и благополучия, а футбольному клубу «Торпедо Владимир» успешного выступления в будущем спортивном сезоне в Национальной футбольной лиге.